Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую ажурную детскую летнюю шапочку. Вот такой красивый узор. С техникой вязания такого узора справится любой новичок, так как вязать эту шапочку совершенно несложно. Эта шапочка подойдет на размер головы 42-44 сантиметра. И именно на эту шапочку у меня ушло всего 20 грамм пряжи. Если вы захотите связать большего размера шапочку, значит, вам нужно будет в самом начале, вот я набираю 15 столбиков с накидом, а вам нужно набрать большее количество, главное, чтобы оно было нечетное. 17-19, это вы уже будете смотреть по объему головы своего ребенка. И вот шапочку я украсила такими вот красивыми розочками. Если вам понравились такие розочки, и если вы хотите связать, тоже научиться вязать вот такие розы, то, пожалуйста, напишите в комментариях, и я обязательно сниму мастер-класс, как вязать вот такие красивые розы. Приступим вязать такую красоту. Для данной шапочки я буду использовать пряжу 100% хлопок. Вот в 100 граммах. 565 метров, и крючком буду вязать номер 1,5 миллиметра. Теперь делаем колечко вот так, 3 воздушные петли для подъема, 1, 2, 3. Теперь нам нужно провязать в это колечко еще 14 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Всего вместе с воздушными петлями у нас получилось 15 столбиков. Теперь затягиваем хвостик и соединительной петлей соединяем ряд в кольцо. Это мы с вами провязали первый ряд. Теперь вяжем второй ряд. Во втором ряду для подъема набираем 3 воздушные петли и 1 воздушную петлю по узору. Вот так. И провязываем столбик с накидом. Там, где вот мы вывязывали воздушные петли для подъема. Далее, в следующий вот столбик, вот он у нас. Провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же провязываем столбик с накидом. Итак, такие вот элементы мы будем повторять до конца ряда. Вот провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же провязываем столбик с накидом. Снова так повторяем: столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом.
И так мы будем вязать до конца ряда. Всего у нас вот таких повторений получится, так как мы набирали в начале ряда вместе с воздушными петлями для подъема 15 получилось столбиков с накидом. И значит, таких повторений у нас будет тоже 15. И вот в конце второго ряда соединительной петлей замыкаем этот ряд в кольцо. Вот мы провязали с вами второй ряд. Теперь вяжем третий ряд. В третьем ряду под воздушную петлю, вот между столбиками, сделали соединительный столбик и 3 воздушные петли для подъема. Еще одна воздушная петля по узору. И теперь столбик с накидом тоже под эту воздушную петлю. Теперь вот переходим, один столбик мы пропускаем, второй, и вот следующая воздушная петля. Под нее провязывая столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же провязываем столбик с накидом. То есть мы будем в третьем ряду повторять точно такие же элементы, как вот вязали во втором ряду. Снова вот под следующую воздушную петлю провязываем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Снова вот 2 столбика мы пропускаем и под воздушную петлю провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда. Вот мы провязали с вами третий ряд. Снова соединительной петлей замыкаем ряд в кольцо. И переходим на четвертый ряд. В четвертом ряду снова соединительная петля под воздушную петлю, 3 воздушных петли для подъема и 1 по узору. И снова под каждую из воздушных петель будем провязывать по 2 столбика с накидом и между ними воздушная петля. Под воздушную петлю провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же столбик с накидом. То есть получается, второй, третий и четвертый ряды мы вяжем одинаково. Столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. Снова повторяем столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. И вот так провязываем до конца ряда. И вот в конце ряда соединительная петля. Теперь вяжем пятый ряд. В пятом ряду под воздушную петлю сделали соединительную петлю, 3 воздушные петли для подъема и еще одна воздушная петля по узору. Под эту же воздушную петлю провязываем столбик с накидом. Переходим к следующей вот воздушной петле. Под нее провязываем столбик с накидом, воздушная петля, еще один столбик с накидом, воздушная петля и еще один столбик с накидом. Вот, получается, что мы провязываем 3 столбика с накидом и между ними по воздушной петле. Вот провязываем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля и еще один столбик с накидом. Вот так.
И так чередуем, провязываем до конца ряда. И вот в конце пятого ряда нам нужно довязать вот элемент, который мы вязали в начале, потому что мы там провязали только 2 столбика с накидом. И вот под воздушную петлю провязываем еще один столбик с накидом, воздушная петля и теперь соединительный столбик от воздушные петли, которые были для подъема. Вот мы провязали, как вы видите, донышко шапочки увеличивается. И теперь вяжем, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ряд. Под воздушную петлю соединительная петля. 3 воздушные петли для подъема, 1 по узору. И под эту же воздушную петлю провязываем столбик с накидом. Теперь под каждую воздушную петлю в шестом ряду мы будем провязывать столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. Вот так мы будем чередовать до конца ряда. Снова столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Снова повторяем: столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда. И в конце шестого ряда соединительная петля. Вяжем седьмой ряд. Под воздушную петлю соединительная петля, 3 воздушные петли и 1 воздушная петля по узору. И под эту же воздушную петлю провязываем столбик с накидом. Седьмой ряд мы будем вязать точно так же, как мы вязали вот шестой ряд. Под каждую воздушную петлю провязываем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Снова повторяем: столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. И так будем чередовать до конца ряда. Под каждую воздушную петлю столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда соединительная петля. Под воздушную петлю снова соединительная петля, 3 воздушные петли для подъема и 2 воздушные петли по узору. Под воздушную петлю снова провязываем столбик с накидом. Под следующую воздушную петлю провязываем столбик с накидом, 2 воздушных петли и снова повторяем столбик с накидом. Следующая воздушная петля, столбик с накидом, 2 воздушных петли, столбик с накидом. И вот так будем вязать до конца ряда. Столбик с накидом, 2 воздушных петли, столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда. И восьмой ряд тоже заканчиваем соединительным столбиком. Теперь вяжем девятый ряд. Под воздушные петли соединительная петля, 1, 2, 3 воздушные петли для подъема и 2 воздушные петли по узору. Под воздушную петлю провязываем столбик с накидом. Под следующую вяжем 4 столбика с накидом. 1, 2,
3, 4. И так будем чередовать. Теперь вяжем 2 столбика с накидами, между ними 2 воздушных петли. 1, 2 и снова столбик с накидом. Под следующие воздушные петли вяжем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Снова повторяем. 2 столбика с накидом. Вот 1 столбик, 2 воздушных петли и сюда же столбик с накидом. Под следующие воздушные петли 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. И так чередуем до конца ряда. Вот 2 столбика с накидом, между ними 2 воздушные петли и 4 столбика с накидом. И в конце 9 ряда соединительный столбик, соединительная петля. Под воздушные петли снова соединительная петля и вяжем 10 ряд. 3 воздушные петли для подъема и 3 воздушные петли по узору. Под воздушные петли снова столбик с накидом. Теперь там, где мы вязали вот 4 столбика, между 2 вот столбиками, вот не за верхние петельки, а между столбиками, вот так провязываем столбик с накидом, 3 воздушных петли и сюда же провязываем столбик с накидом. Снова вот под воздушные петли провязываем столбик с накидом, 3 воздушных петли и снова столбик с накидом. Далее, там, где вот у нас столбики 4 мы провязывали, между вот столбиками провязываем столбик с накидом, 3 воздушных петли и сюда же провязываем столбик с накидом. И так будем вязать до конца этого ряда. 3 воздушных петли, столбик с накидом. И снова вот между столбиками столбик с накидом, 3 воздушных петли и столбик с накидом. Вот так вяжем до конца ряда. И вот в конце 10 ряда снова соединительная петля. Теперь вяжем 11 ряд. Под воздушные петли соединительная петля, 3 воздушных петли для подъема и 3 воздушных петли по узору. Под воздушные петли провязываем столбик с накидом. Там, где вот мы в 9 ряду провязывали столбики с накидом, вот и в эти галочки, вот над ними, мы будем провязывать 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Под следующую галочку провязываем столбик с накидом, 3 воздушных петли и снова столбик с накидом. И так будем чередовать. Вот под следующую галочку у нас вот в 9 ряду столбики с накидом
И вот мы провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Следующая галочка. Вяжем столбик с накидом, 3 воздушных петли и столбик с накидом. И вот так чередуем до конца ряда. Снова 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И так вяжем вот до конца ряда. И вот заканчиваем 11 ряд соединительной петлей. И а далее мы будем вязать 12 ряд, и мы его будем вязать так, как вот мы вязали 10 ряд. Под воздушные петли, соединительная петля, 3 воздушных петли для подъема, 1, 2, 3 воздушные петли по узору и столбик с накидом. Далее я уже свою шапочку буду вязать ровным полотном, потому что донышко, вот, которое я связала, для моего размера будет уже достаточно. И потому я уже буду чередовать вот так, как мы вязали 10 ряд и вот 11 ряд. Вот эти два ряда я буду чередовать вот и вязать вниз до такой вот длины, какую вот мне нужно, чтобы получилась шапочка. Если вам нужно связать больше размер, то значит вы провязываете вот 12 ряд так, как провязываю его я, а в 13 ряду вам нужно будет добавить вязать не 5 столбиков с накидом, а 6 столбиков с накидом. Или первоначально набирать вот большее количество столбиков с накидом, и тогда у вас шапочка будет еще шире. Ну а теперь мы вяжем 12 ряд. Так, здесь вот мы в предыдущем ряду провязывали 5 столбиков с накидом, и в центральный столбик вот за верхние петелечки теперь можно провязать столбик с накидом. 1, 2, 3 воздушные петли и сюда же провязываем столбик с накидом. Снова повторяем: под воздушные петли столбик с накидом, 3 воздушных петли и сюда же провязываем столбик с накидом. Снова повторяем: в центральный, вот в третий столбик предыдущего ряда провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петли и столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда. И теперь вот 13 ряд будем вязать так, как мы вязали 11 ряд. Сразу мы провязываем галочки. 1, 2, 3 воздушные петли для подъема, 3 воздушные петли по узору и столбик с накидом. Теперь в следующую вот галочку провязываем 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. И так чередуем: столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом, 5 столбиков с накидом, 1, 2, 3, 4, 5. И так вяжем до конца. Вот вяжем галочку из 2 столбиков с накидом, между ними 3 воздушные петли и 5 столбиков с накидом. И далее теперь чередуем 12 и 13 ряды. Вот их чередуем и вяжем вниз вот шапочку.
И вот я уже провязала основным узором. Вот как он смотрится. Всего вот от первого ряда и до того, что я провязала, 24 ряда. По сантиметрам вот замеряем, получается до 15 сантиметров, вот 14,5, вот так. И последний ряд, который я провязала, это там, где у нас идут галочки. Вот, как вы видите, мы провязывали 2 столбика с накидом и между ними 3 воздушные петли. И теперь будем обвязывать столбиками без накида. Для этого 1 воздушная петля для подъема. И там, где воздушные петли, я буду провязывать 2 столбика без накида. Вы смотрите по своей плотности вязания, возможно, вам нужно провязывать 3 столбика без накида или чередовать 2-3 столбика. Я вяжу 2 столбика. В столбик провязываю столбик без накида, снова столбик без накида. Вот дошли до воздушных петель, и здесь я провязываю 2 столбика без накида. И вот так буду вязать до конца ряда. Так провязываем до конца. И вот я еще провязала, это мы с вами провязали один ряд столбиков без накида, и провязала еще второй и третий ряды. И теперь переходим к обвязке. Воздушная петля для подъема, и сюда же провязываем столбик без накида. Теперь пропускаем 1, 2, 3 столбика. 2 столбика, вот 1, 2, и в третий столбик провязываем столбик с накидом. 1, 2 столбик с накидом, 3, и на третьем провязываем пико. 3 воздушные петли. И теперь вот верх столбика с накидом, соединительная петля. Это мы сделали с вами пико. И еще в этот столбик же в предыдущем ряду довязываем 2 столбика с накидом. Отступаем 2 столбика без накида в предыдущем ряду. 1, 2. И в третий провязываем столбик без накида. И вот такой веер у нас получился. Снова так повторяем. Пропускаем 1 столбик, 2, и в третий провязываем столбик с накидом. 1, столбик с накидом. 2, столбик с накидом. 3, 3 воздушных петли. И провязываем пико. И еще довязываем в этот же столбик 2 столбика с накидом. 1, 2. Отступаем 2 столбика без накида. 1, 2. И в третий провязываем столбик без накида. И вот такая обвязка у нас с вами будет. И довязываем так до конца ряда. И вот такую красивую шапочку мы сегодня с вами связали. Осталось ее только украсить вот такими красивыми розочками. И шапочка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!